Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. В правительстве снова принимают заявки от претендентов на должность бизнес-омбудсмена. Их можно подавать в Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства до 25 декабря. После этого пройдет процедура публичного обсуждения кандидатур. В первом обсуждении участвовало 5 человек, однако их программы глава региона назвал формальными, а бизнес не смог прийти к единой позиции по поводу того, кто должен защищать его интересы, поэтому конкурс объявили заново. Программа «Экономика». В Кирове ожидается рост промышленности и сельского хозяйства. Об этом говорится в прогнозе социального развития на 18-20 годы. Объем выпуска продукции на промышленных предприятиях города в прошлом году превысил 127 миллиардов рублей. Прогноз на 18-й год предусматривает увеличение до 140 миллиардов рублей. В 2020 году до 190. Рост будет происходить за счет оборонных предприятий, компаний по производству транспортных средств и оборудования, выполняющих государственный заказ. Объемы производства в сельском хозяйстве по расчетам чиновников вырастут на 20% к 2020 году. Экономика на 101 FM. Налог на торговые и офисные помещения переформатируют из-за махинаций бизнеса. Власти собираются расширить число налогоплательщиков, которые платят 1% с площадей. Если сейчас это касается владельцев помещений площадью свыше 2000 квадратных метров, то с 2019 года выплаты распространят на площади от 1000. Как заявил губернатор Игорь Васильев, в нашем эфире мера направлена на решение проблемы уклонения от уплаты налога на имущество путем дробления бизнеса и площадей. Ранее власти планировали поднять до 1,5% ставку налога для коммерческой недвижимости площадью от 2000 квадратных метров. В завершение о валютах: доллар сегодня 59 рублей 1 копейка, евро 69,40. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.